каким признакам ты определяешь, что вот этот вот мужик подходящая партия по финансовой стороне? Конечно, по его внешнему виду, по его машине, по часам, да, это все определяется. Если у чувака какие-то там будут размытые фотки, ну, значит, у него плохой телефон, и, соответственно, как бы, вот. Очень часто состоятельный мужчина фотографируется в машине, и по салону машины можно определить, какая это. То есть, если это, допустим, бежевый или красный салон, то сразу понятно, что хорошая. Если какой-то обычный тканевый салон, ну, тогда вряд ли. Ну, плюс то, как они отдыхают, либо он выкладывает фотку, где он на каком-то мероприятии. Ты смотришь на вид, типа, понимаешь, что это за мероприятие, и приблизительно какой класс людей там тусуется. Вы так сейчас рассказываете, вот знаете, как бы про свою работу. Вот я встала утром, включила ноутбук, 8 утра. Так, это открыла 3 сайта. Значит, здесь 4 варианта, тут 5, там 6. Я думала, она мне расскажет лайфхаки, как воспитать красивого, здорового ребенка. Но у нас вся тематика вечера и дня была посвящена шмоткам дорогим, дорогим подаркам и лайфхакам, как заполучить богатого мужика. Я не понимала, зачем мне это на проекте «Супермама».